Эти соревнования проводятся уже 18 лет по традиции. В программе представлены европейские и латиноамериканские танцы. На танцполе выступают как начинающие, так и профессиональные спортсмены, которые завоевывали титулы на различных турнирах. Возраст участников от 7 до 35 лет. Самые зрелищные – это выступления танцоров спорта высших достижений. Профессионалы демонстрируют мастерство в течение двух дней. Сегодня жюри предстоит назвать имена победителей.